18 к 3709.07.2018 обновлено 18 49 июля 2018 года 39825 Москва 9 ю. РИА Новости. Медицинские клинические рекомендации для российских врачей не должны иметь юридической силы в случае судебного разбирательства, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. В июне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение качества медпомощи путем унификации протоколов лечения и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача. Клинические рекомендации – это документы, содержащие информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения. Клинические рекомендации вне закона. В клинических рекомендациях должна быть палитра возможных решений и подходов, каждый из которых носит рекомендательный характер, сказал Рошаль. Если клинические рекомендации станут обязательными для исполнения, многие врачи окажутся под следствием, пояснил Рошаль. Ранее стало известно, что Минздрав России подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей, которые нарушают клинические рекомендации по лечению пациентов.